Жизненно необходимое лекарство вовремя не закупил Минздрав Камчатки для ребенка-инвалида. Краевая прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении прав ее малолетнего сына на обеспечение лекарственным препаратом. Установлено, что ребенку-инвалиду, страдающему тяжелым заболеванием, назначен жизненно необходимый лекарственный препарат. Однако региональное министерство здравоохранения не организовало своевременную закупку лекарства. Прокурор внес представление в правительство Камчатского края. По результатам его рассмотрения ребенок обеспечен препаратом на 3 месяца. Также региональный Минздрав разместил запрос котировок на поставку годовой партии лекарственного препарата для несовершеннолетнего. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.